Московские старости. Здравствуйте! Сегодня на нашем календаре 18 апреля 1922 года. Газета «Русский голос Харбин». Телеграмма из Владивостока. Вчера близ хутора Полевого красные дали бой японцам. В короткий срок красные были разбиты, потеряв 17 человек, потери японцев – 3 человека. Недалеко от станции Маньчжурия расположены значительные силы красных, по сведениям, ожидающие лишь приказа вторгнуться в полосу отчуждения китайской восточной железной дороги. Китайские власти принимают ряд предупредительных мер. Телеграмма агентства Рейтер из Нью-Йорка. Атаман Семенов вновь заключен в тюрьму. Объясняет это тем, что компания, внесшая было за него крупный залог, теперь потребовала его обратно, ввиду того, что генерал Грефс, командовавший в свое время американскими экспедиционными войсками в Сибири, предоставил в Сенат обширный материал, касающийся деятельности Семенова в Сибири. Корреспондент газеты «Таймс» в Генуе сообщает, что после неофициального совещания делегаций, на котором обсуждался меморандум лондонских экспертов, Ллойд Джордж пригласил присутствующих на завтрак. Все представители, за исключением делегатов Советской России, отклонили приглашение. Инцидент этот возбудил много толков. В Советской России в ближайшие дни ожидается опубликование декрета о свободе торговли. Временно опубликован циркуляр Внешторга о разрешении свободного вывоза и ввоза в Германию с регистрацией сделок на официальных биржах и с оповещением Внешторга. Вводится прежняя паспортная система. Наличность паспорта дает право на свободное передвижение по всей территории Советской России. Созданное вместо ВЧК Государственное политическое управление приступило к своей работе. 22 февраля новой охранкой опубликовано объявление о придании суду Верховного революционного трибунала всего Центрального комитета партии социалистов-революционеров. Перехваченное во Владивостоке радио из Иркутска на имя Москвы сообщает, 10 апреля Новониколаевск захвачен военной организацией белых при помощи части красноармейцев. Во главе движения стоит полковник Старицкий. Одновременно восстания начались во всем уезде. Опасность для большевиков велика. Также радио сообщает, что в Москве во время парада анархист-студент Беляев стрелял в Троцкого, который остался невредим. Об этом 18 апреля 1922 года писала харбинская газета «Русский голос». Подписывайтесь на наш канал, вопросы задавайте в комментариях. Московские старости. 100 лет тому назад.